Хей, йоги, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Castle Crashers. Окей, в прошлой серии мы с вами прошли механический замок, поэтому у нас уже, считайте, все части корабля. И мы можем отправляться. Я вот думаю насчет меча, оставить этот или лучше поменять. Давайте, наверное, сменим немного себе меч. Погнали в кузницу. Так, там у нас питомец. Там можно и питомца сменить. Так, и самый имбовый меч, по сути... Вот смысл от топора. Вот он же ничем не отличается. Здесь минусы везде. Вот один плюс, это вот в этом. Типа, все положительное. Ничего отрицательного. Здесь только плюс один к ловкости, но это ж такое херово. Дубинка. Ну блин, ну здесь же типа урон не зависит от этого всего. Ловкость плюс до хера. Ну, такое, ладно. Погнали. Погнали путешествовать. Мы отправляемся, походу, на новые какие-то земли, потому что... Ну это ж корабль. Это ведь корабль. Так, питомца. Только я вот думаю, на какую вас сменить? Что ты делаешь? Поможет тебе отыскать секретные предметы. Так, скрытые на деревьях плоды. Но мы отправляемся в воду, поэтому мне бы, скорее всего, помог бы этот. Так, это к защите плюс. Так, жжет головы врагов. А, жжет. Он может и пожечь. Ты даешь мне, в принципе, только броню. Давайте его, наверное, возьмем. Увеличит твою защиту. Я вот не знаю, либо его взять, либо пускай мне тут монетки скидывают. Ладно, давайте пока возьмем этого. Полетели. Ребятки, да, у меня все есть. У нас есть все нужные реликвии, вперед. Опа, пираты. О, это походу по мне. Это походу по мне. Это пираты-ниндзя? Ой, а это еще что за херь? Огромная медуза, робот. Что вообще происходит? Почему ты с банкой кофе? Жопа. Так, что по хил? У меня одна хилка! Вот так. Ни хрена себе техника ниндзюцу. Вы что, Наруто пересмотрели? Я говорю, они походу Наруто пересмотрели. Теневое клонирование, вот это ихнее. Так, тихо. Корабль, все. Не, давайте я, наверное, все-таки возьму. Давайте. Все, что? Все? Мы приехали как-то быстро. О, В. И что он мне дает? Блин, это нужно было знать и питомца брать как... А, вот, походу, да? Плюс яблочко.
Это что еще за червяк гуны? Воу-воу-воу! Так он меня еще плюс засасывает. Ой, вот это вот уже плохо. Ну он типа ест, но незначительно меня. Так. Класс. Не-не-не, ты чё, гонишь? Хотя там больше защиты. А, ну... Ну, моя получше будет все равно. А что если я упаду? А он просто затягивает. Так, мышку. Дропнуть. Так, ну вот это мне не нравится, то, что они типа ничего не делают. Навряд ли это просто так они здесь ходят. Хотя, кто его знает? А прикиньте, они сейчас меня развернутся и начнут атаковать. Да, зря, мне кажется, я хилочку потерял. Воу-воу-воу-воу! Зараза. Ладно, против них хотя бы есть тактика, это удар в прыжке. Может, нельзя с ними это сталкиваться? Так, апай нормально. Да-да-да, видите, они типа со мной встречаются и атакуют меня. Нафиг это нужно? Но они хотя бы одноразовые. А, найс. Все? Кажется, все. Он потух. Нет! Это вообще тактика против всех работает. Так, но мне все равно теперь хил нужен. Так, жуки дюны. Ой, а вот это вот плохо. Тихо. Ботинок. Что мне дает ботинок? Ну хотя бы у меня этот питомец на защиту, поэтому. О. Еще ребятки поехали. Ха-ха-ха. Все. Так, ну мне все равно хил теперь нужен. Ладно, немного, но отхилился. Сколько? Ни хрена себе. Хорошо, что меня все-таки эта херовина не цепляет.
61. Манать. Ни хила больше, ничего. Зачем мне деньги? Мне хил нужен. Мне срочно хп нужно. Так, там какие-то печки у нас. Не хочу, я лучше... На защиту возьму! Не нравится мне все это. На с огнем связано. Чувствую. Чувствую, будет скоро вонять жареным. Давай, вздыхай. Блин, у меня денег. Деньги, ладно, то посрать. У меня хп нету. А сейчас будет босс, да? И на... найс. Тихо. Ладно. Ладно. Это хорошая тактика. Хорошая очень тактика. Да ладно. Ух, хоть немножко, но отхилился, ладно. Только, пожалуйста, не сейчас, когда у меня нету хп. Пожалуйста. Нет. Я знаю, что они хотят сделать, они хотят меня похитить. Нет, 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 нет. Ладно, походу другого тут больше ничего не сделать. Но у меня хотя бы жизни есть. Ладно, я хотя бы убил двух боссов. Так, ну здесь логично, что нужно сделать. О, я вижу там разработчиков игры. Разраба вижу. Ох, плохо это все кончится, мне кажется. Так, какая-то злобная белка. А, смотрите, ну они... одни хпшные. О, тихо, тихо. Ну,
Ну, это на самом деле посрать. Из них же хилки падают. И плюс это однохпшные муравьи, которые вообще ничего не наносят. Ладно, ну да, их очень много. Однохпшные жуки. Боже. Да, это легко. Здесь саглы. О, так это, кажется, уже не изи. А, может, это союзник? О-о. Вот это мне вообще не нравится. Кажется, он запустил самоуничтожение. Он запустил самоуничтожение, но что-то как-то быстро работает. Да ладно, серьезно, вы сделали еще такую херовину? Капсула, капсула безопасности. Ух, чисто на микрах, на микрах. А ну слезь. Блин, знаете, верблюды, когда они это харькают. Ну блин, но у меня все равно этих. У них гранаты были. Ну блин, ну все равно у меня очень хилые атаки. Когда я хотя бы в воздухе, я наношу там по сколько? По 34. О, левел ап. Ну, вот так, да, можно, типа. Так хотя бы, да, можно. А против верблюдов вы ничего, да, не можете сделать. Замечу, что мы тащим на одном хп. То есть вообще без хила. Пока что. Пока что нормально. Ну это пока имбова, типа механика. Все. Так, время у нас есть. А, так он еще плюс пассивный урон наносит, когда мы их сбиваем. О, такой-то новый питомец. Хм. Битва на верблюдах, давай. У нас сегодня уже много в этой серии, что было. О, нет. Бедные скорпиончики. Тихо. А, то нет. Фигня. Так, хп у меня полное.
Фигня тоже. Но тут мечи, видите, падают. И то, что мечи падают, это хорошо. Так, тихо, промазал. Так, дальше. Что у нас тут еще есть вкусненького? Я боюсь, чтобы на меня потом сфинкс не напал. Хотя это возможно, типа, в Египте. Если тут даже эти на нас нападают. Пришельцы. Стоять, а почему мне не фул хп? О, кошатик. А, я понял. Это из рода врагов я Халк. Меня не убить. Тихо, тихо, тихо. Если что, я сейчас это заюзаю. Бургер. Ну блин, он опасный, если впрямую его атаковать. Ёлки-палки. Все, отлетай, чел. Так, хорошо. О, отлично. Зараза. О, да ладно. Серьезно, два таких типа? Это челики будут пожестче. Так, вот этих, походу, я не убиваю. Да. Эти мне просто ничего сделать не дойдут. Так, тихо. Еще бьем. Видите, они типа, когда я с ним один на один дерусь, они не лезут. Все, ну да, здесь я умираю. Открыт новый персонаж. Ничего себе. Ничего себе. Хм, смотрите, а дальше у нас... А что у нас? Там пришельцы. Ой, там вижу верблюда, там куда-то вверх еще идет у нас. Давайте, наверное, вот эту закончим серию, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.